Мы находимся на станции Красный Узел, Рамадановский район, районный центр Рамаданова. Красный узел знаменит тем, что здесь встречаются две ветки. Одна из Казани, вторая с Нижнего Новгорода. Чем же знаменит этот вокзал? А знаменит он тем, что есть специальная табличка, мы обязательно подойдем, что здесь поступал в свое время всероссийский староста. Здесь 1 и 8 мая 1919 года останавливался и выступал перед рабочими Михаил Иванович Калинин. Вот видите, какая достопримечательность. Современники, конечно, больше помнят здесь выступление лидера ЛДПР Жириновского несколько лет назад.